Почтовой связи Карачао-Черкесии в этом году исполняется 100 лет. По этому случаю юбилея в Черкесске прошло торжественное специальное гашение юбилейных конвертов с участием депутатов и редакторов газет республики. Юбилейные конверты выпущены тиражом 50 тысяч штук и будут продаваться во всех почтовых отделениях региона. На мероприятии побывал и наш корреспондент Алехандр Лепшоков. 17 декабря 1920 года на революционном комитете под председательством видного и общественного деятеля Умара Алиева было постановлено об открытии немедленной почтовой связи. Именно с этого периода начинается история работы почты в Карачаево-Черкесии. Директор управления почтовой связи по республике Ахмат Лайпанов подчеркнул, что данное событие является знаковым, ведь именно от работы почты зависит эффективность деятельности различных государственных и общественных структур субъекта. На сегодняшнюю дату нам были выпущены вот такие конверты. Номинал 50 тысяч штук мы выпустили. И именно приуроченные к этой дате столетия мы на сегодняшнем днем сделали календарный штемпель 17 декабря 2020 года. И сегодня вот мы масштабно его проштемпелевали. Также сегодня мы сделали дерево добра, которое вот детям нуждающимся, детским садикам, интернатам, подписку на такие издания. Депутаты и представители периодической печати республики подписали юбилейные конверты и проштемпелевали. Теперь эти конверты будут иметь историческую ценность. В свою очередь участники спецгашения подчеркнули, что почта является и остается одним из необходимых и мобильных служб для всех граждан. Сложное время, когда не все могут поехать в другой регион, а к родным, близким, но благодаря почте России есть возможность отправить какие-то посылки, бандероли и поздравить своих родных и близких. После все гости оформили подписку на издание республиканских газет социальным образовательным учреждением. Мы, работники республиканской газеты, вообще всей периодической печати, тесно связаны. Мы много лет сотрудничаем, потому что в год два раза идет подписная кампания, и наша дорогая Почта России нам помогает в этой работе. Юбилейные конверты можно будет купить во всех отделениях Почты России. Алехан Лепшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.